Итак, у нас нету адреса, мы ставим на тестовый адрес. Для Да, этого нажмите веб-сайты. еще раз, да, веб-сайты. Так, еще раз веб-сайты. Здесь добавить новый веб-сайт напишите. А потом мы привяжем в следующий раз доменное имя. Да, далее нажмите. Нажмите далее. Снизу выберите создать новый сайтбокс. Сайтбокс – это хранилище файла. Так. Далее. Тут ничего не пишем. Это тестовый, грубо говоря. Потом от него можно будет, ну, его можно будет удалить, поэтому да, нет смысла, мне кажется, указывать, что. Все. И теперь выберите третье. Добавить домен без необходимости регистрации. Коллеги, доменное имя пока мы, допустим, не имеем. Но хотим работать, готовить курсы. Да, в рамках нашей панели управления можно добавить тестовые доменные имена следующего вида. Ну, грубо говоря, напишите Moodle тест. А могу другое что-нибудь. Что, ну, вам удобнее? Вот Бабыкина. Угу. А далее пишите за мной. Точка .pa. Точка .pa. Точка .infobox. Точка .infobox. Точка .ru. Точка .ru, вот такое. Да, да, бесплатные тестовые домены и вот такой вид имеют у нас. Хорошо. Все, сейчас нужно немножко подождать. Добавляется домен, создается веб-сайт. Вот он сам добавляется, создается. Доступен. И... Сейчас он здесь обновится, тоже появится вот в блоке веб-сайта. Какие-то... Так, это мой старый домен уже не нужен. Вот. Создается. Обновить не надо страницу? Обновите, да, пожалуйста. Вот он. Создание. Идет создание. Пока мы говорили, еще три человека идут в нашу группу профи.io. Так, это потом. А вот наш сайт. Все, повторяем, собственно, процедуру. Переходим в сайтбокс. CMS и приложение. Установка, вот, переходим в установку и управление. Вот сюда, коллеги. Здесь переходим в столбики все приложения. Вот, Артем меня хорошо научил. Теперь сюда веб. И можно сразу в поиске вбить Moodle, что да. Там давай. Просто мы показывали весь список, грубо говоря, доступных. Не будем все. Рассматривать версии, сразу ставим установить по самую сразу, последнюю версию. Сразу установить. Так, тут необходимо повторить, соответственно, действия предыдущие для настройки CMS. Здесь не получится HTTPS прописать? Можно, да, можно поставить HTTPS. Неужели получится? Так, здесь пользователь, администратор тот же, я сам. Здесь мой адрес. Свой адрес, коллеги, будете писать. Вот так вот назовем пока его. Так, пароль по-английски. Очень быстро ставится. Мне это обычно занимает, но самое тяжелое закачать PFTP файлы. Здесь ничего закачивать не надо. Все?
Все, да, CMS успешно установлено. Соответственно, также вот можете перейти, вот, нажать по ссылке Administrative Interface. Так, неужели получится? Не защищено вот это вот. Вот, как раз вот о чем я, собственно, говорил, что дело в том, что теперь ваша админ-панель вашего сайта работает через HTTPS, через протокол HTTPS, но при этом сам сертификат не установлен. Пока что, да, нажмите «Дополнительные» и «Перейти», все равно «Перейти». Коллеги, все равно переходим вот сюда. Да. А дальше можно вот будет установить бесплатный свой сертификат и уже посмотреть, как это, Фух, что без этой неужели это ошибки. удастся? Для меня это темный лес. О! Итак, Moodle я вижу, появился. Все, коллеги, задача решена. То, что он по-английски, это не беда, это в администрации можно все исправить. Но как все-таки к HTTPS подойти, к Да, конечно. сертификации? А возвращаемся, пожалуйста, в панель. Еще левее, не в интерфейс установки, а в сам панель. Да-да-да. Вот как раз у вас выбран вот ваш сайт сейчас. Нажмите другие инструменты, блоки другие инструменты, открыть кнопочку. Это колдовство. Это настоящее колдовство. Артем волшебник. Я чайник, друзья. Я не программист. Что дальше? Вот, здесь у вас в блоке инструментов представлен следующий инструмент Let's Encrypt. Там замочек вместе с солнышком изображен. Второй, в первом столбике второй, Let's Encrypt. Коллеги, Наш, сюда. да, в рамках нашей панели управления есть возможность произвести бесплатную установку сертификата от компании Let's Encrypt. Здесь указывайте, да, ваш адрес. Дальше. Поставьте галочку, да, вот include, это он Под домен. так же как бы будет производиться работа при переходе на ваш сайт через www. Ваш домен и установить. А тут? А тут не работает. Установить. Фух, неужели получится? Это дорогая работа, коллеги. Я не знаю ее. Вот сейчас я записываю для вас и для себя на память этот конспект. Если получится, то наши боты будут говорить. Так, установил. Что ты Все, установил? сертификат успешно установлен на ваш сайт. Теперь давайте перейдем на ваш сайт. Обновить? Да, вы можете обновить. Ничего себе. Неужели заработает? Пока. Может, Так, какое-то время надо? Или сейчас. Ctrl-F5? Нет. Вероятнее всего, у вас просто закашировалась информация в браузере. Ага, Вот я сейчас со ага. своей стороны зайду. Это надо кэш через настройки браузера, да? Почистить. Элементарнее всего можно проверить через. Сейчас, подождите, Или другой браузер. вы через Chrome сидите, ведь правильно я понимаю? Да. Комбинацию клавиш Ctrl-Shift-N можете нажать. Ctrl-Shift-N. Защищенный. Да. И здесь просто Гоблин. продублировать ваш сайт и перейти. Да, я припоминаю, но быстро забываю. Так, вот лучше записать таким образом. Так, HTTPS. Да, вот все. Все. И, соответственно, вот тут Фух. без кэша, соответственно, то есть без автоматического входа в административную панель прямо из вашей панели, вот так будет выглядеть для вас, соответственно, для входа. Друзья, задача решена. У нас появился HTTPS. А это значит, что боты, которые воспринимают русскую речь, одна из задач, на таком адресе работать будут. Причем даже с мобильным телефоном. Вот я хочу показать, кто забыл. Вот у меня есть на сайте Moodle бот Лоцман. Ну, точнее, просто бот. Неважно, что он Лоцман. И если у него нажать по микрофончику, вот он сейчас загрузится, вот этот микрофончик. Нет, ну-ка. Артем Колосов. Видите, он распознал речь. Потому что здесь буковка S. Если бы ее здесь не было, то мы бы водили только ручками.
микрофоном гораздо лучше. Ну вот, не знает пока, кто такой Артем Колосов, поэтому он переспрашивает. Но задача установки Moodle, да еще с адресом HTTPS, решена. Наталья Юрьевна, ваш сайт готов. Как его русифицировать, это я уже потом расскажу, это несложно. Артем, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь.